Расскажу об одном стоящем лайфхаке слэш-баге, который точно стоит успеть поймать и который окупится вам в эндгейм сложных активностях или на дейване рейда, если вы туда собираетесь. Сезонный гранатомет Владыка в гадроле можно лутать из коллекции. Да-да, все, что вам для этого нужно, это разблокировать его сначала, то есть получить его с любыми перками, чтобы он отображался у вас в коллекции. Это можно сделать, бегая в активность сезонных полей сражений на ЕМЗ, фармом сезонных энграмм и фокусировке их на оружие сезона. Как только вы получите гранатомет, открывайте коллекцию, ищите этот греник и просто забирайте его столько раз, сколько потребуется, пока не получите гадрол с перками. Быстрый пуск или предельная мощность, гранаты-шипы, кобура с автоподзарядом и взрывной свет. Я бы очень советовал поторопиться и попытаться получить гранатомет до того, как это могут пофиксить. Пошел сам фармить. Все, пока.